Ну, Сакраменто, она жаркая такая тоже, да? Да, кондиционер-то у меня. Пушка, блин, вон она, смотри. На 4. Еще и с салона мне он вешал. Да, с улицы возьмем. Вот, свежее хоть. Все, поехали, погнали. Подъезжаем уже сейчас. Комдепот пойдем. Я думаю, в Комдепот будет вот это такой баллончик для тренировки, да? Мыльный раствор делать и брызгать ее. Хочу научиться тренировку делать. Кто-то умеет вообще тренировку делать? Я сейчас говорил уже, все слышали, слышали. Я запустил свой бренд IPT, нижнее подчеркивание LA. Почему так? У меня 5 детей, Иван, Полина, Данила, Лев, Ангелина. Решил так назвать. Дубай тоже у меня IPD просто было. И я коня взял. Себе логотип чуть-чуть его исправил. Как его? Фаза. Это наследный принц. Эмират. Вот. И сейчас купил инструмент весь для тренировки. Вот эти шпателёчки. Сейчас прикол, сколько тоже скажу. По-любому должна быть такая вот. Накачивается, которая. Дать доллар. Ты ж машину хотел купить, теперь уже доллар дать, брат. Ты что? Вот. Азербайджанцы в крови вот это. У меня был дом в Москве на Годовикова, где я себе корпус 2, его снесли уже. Это хрущевка. Не знаю, сколько денег в кармане. Доллары есть, не переживай. В этом доме все национальности жили у нас. Все абсолютно. И один у нас азербайджанец рядом в подъезде был. Я не помню, как его зовут. Нормальный пацан такой, разговаривать вообще не умел по-русски. Из школы пришел вообще. Он уже взрослый был, ему уже там 11 лет, наверное, 12 было. 13 просто там. Зубы практически все золотые. Были у него. Единственный крутой азербайджанец был с золотыми зубами у нас, наверное. Ну, у нас тоже есть там Руфа, Хагани были, да, там. Тоже пацаны. Ну, есть, в принципе, тоже азербайджанцы, но они нормально разговаривают без золотых зубов. А тут конкретный прям, прям азербайджанец. Я не знаю, мне кажется, он сейчас ездит, наверное, на этом, на тройке. Такая, как Rolls-Royce голубого цвета, как минимум у него. С такой полосочкой, наверное, ручной работы покрашенной еще, как у Rolls-Royce, тоже красная полосочка. Катки, арбузы вот эти, когда на баклажанах, да, я помню, в пятерках они пошли, вот эти арбузы бомбические просто. Это, я сам себе хотел таких. Азербайджанский стал. Ну, он такой конкретный, азербайджанский стал, кто помнит, вот, когда пятерки были машин 21.05, когда арбузы вот эти пошли. О, это еще. Просто у меня, наверное, редкость, может, была на Алексеевском, где-то к рынку поближе, там больше таких было. Но мне нравилось. Лада седан. Так. Мы прибыли в Хоум грузовики. Что-то стоит один фур, второй фур, третий фур. Вот Хоум Депот, это строительный магазин. Давай, брат, мир тебе тоже. Мир добра всем. Строительный магазин сейчас мы. Зайдем, купим эту брызгалку. Проканем машинку где-нибудь. Кто хочет пойти со мной в магазин сюда, поднимите руку. Пойти посмотреть, показать там. Вот здесь тоже армянин, это вот эта армянина палатка, вон он стоит там, кстати. Вот армянин там еду делает, хот-доги. Фудтраки здесь бешено дорого стоят, вот такие домики готовые, да, продаются, навесить готовые. Вот здесь еще домик тоже готовый. Барбекю, лестницы кучу, 79-99 лестницы алюминиевые.
вот американцы такие прям идут.